Баскетболисты Мариуполя завершают подготовку к чемпионату Украины среди команд высшей лиги. Соревнования состоятся уже через несколько дней, и спортсмены настроены порадовать своих болельщиков красивыми победами. Мы подрихтуем все наши ошибки, которые еще прослеживаются. А с 7-8 числа уже приглашаем всех болельщиков на открытие чемпионата и посмотрим, на что мы способны. В составе клуба произошли изменения. Команда пополнилась рядом опытных игроков. Возвращение хочу отметить Владислава Рыжова в команду. Вот. Появился у нас игрок с Азовстали команды Агальцев Сергей на позицию 4 номера. Перед мариупольской командой поставлена задача преодолеть первый отборочный этап и показать хороший результат в поединке среди сильнейших коллективов высшей лиги. Первую игру спортсмены проведут 7 октября против команды «Днепр-2».